Саша, я сегодня торт приготовила по новому рецепту. Даша дала. Здорово. Правда, знаешь, вместо чернослива мне пришлось положить изюм. Я еще крем заменила. Классно, мам. По рецепту крем-брюле, а я просто сливочно сделала. Надеюсь, тебе понравится. Саш, кушай. Кушай. Да, я с мам. Ой, Саш, я забыла. Напомни мне, как видео в ВКонтакт закинуть. Так. Давай нажимаю видеозаписи. Мои. Все, добавить видео. Тоже сюда, да? Да, сюда. Так. Все, выбираешь файл, нажимаешь ОК, и все, загружается. И понятно? Пошло. Да, спасибо. Ой, Саша, я что-то нажала, и там все исчезло. Не, мам, спасибо. Вот, все. Спасибо. Мама. Ну все же просто, я тебе показал. Открываешь видеозаписи, добавить видеофайл, выбираешь файл, нажимаешь ОК, все просто. Не знаю, ты че как ребенок-то вообще? Дай сюда. Давай вместе поищем. А могу я включить? Вот, видишь кнопочку? Нажимай. Вот так правильно? Да, правильно. Давай сейчас ее подключим и проверим. А? Это что за провода?